Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Это твоя королевская битва. За что кикнул? Пошел нахуй, блядь, вот за что, блядь. Просто нахуй пошел, блядь. Аргументированно. Вот за это кикнул, иди нахуй просто. Куда прыгаем, блядь? Куда? Ох, пик. Бля, я ебал, блядь, прогресса в жопу, блядь. Чего? А давай, куда именно ты прыгаешь? Долбоёб, ёбаный. Почему этот... Прогресс зашёл. Почему ты не взял, блядь, у сокола? Ебаный, ты же по синей зашёл. А я? Мы так-то по шикарке с ним были, братан. Бля, сейчас жопу повреют нам, ёбаный. Вот смотри, я жопу. Короче, нас форкнули. Окей, я возьму сокол. Давайте выйдем сокол, возьму его. Я лучше к вам побегу, ебал, я в рот один бегаю. А нам-то чё, не беги к нам. Две головы давай, там сукину, блядь. Как я он меня умудрился убить, я не понимаю. Вот я с тобой один. Я один с тобой, понимаешь, уходим. Как это Грандон успел меня убить, я ему в две головы дал. Азам, стой, не убегай от меня. Давайте Азам привяжем куда-нибудь, чтобы он это... А мы вылетим. Хорош. Мне кажется, это тебе так... Кто вылетел? Кто вылетел? Кто влетел? Ох ты. Хорош! Хорош! Бегите Чвистеру. Где Чвистер? Ну у меня третий килл украли! Прости. Чёрт тупой, боссерный в рот. Но не вы, имею в виду. Просто рандомный тип. Понял. Оставь ремку, пожалуйста. Спасибо. Оставь. Лови. Я на дрон пущу, слышите, алло, я дрон пускаю. Ема, два дебила была в туалете, братики. А там Чистер тебя в упоре, чел. Голову ему дал, хорош, Чвиздер. Это вот он у меня два килла украл. Я ему голову. Азам украл, не убегает, Азам, стой. Бэкэнс, Азам. Я блядь. Азам, у меня стенок нету, у меня стенки нету, Азам. Есть у кого-нибудь автомат патроны? Нет, у меня плазма. Твистер там дует. Один патрон остался, если Азам, чё, спина! Стенка жёг. Азам, дай патрон на автомату, братский. Кошкины кинут. Брат, у меня нету. Я прогресс, патроны там. У меня 8 патронов. Бэйби, я местный шугат, бэйби. Жопу закрой. Азам, мне 16 лет, рост 190 сантиметров. Профессиональный вратарь, но недостаточно игровой практики. Есть ли шанс футболистам данной и базы? Конечно, брат, ты будешь супер футболистом, супер этим вратарем сборным России будешь футболистом, миллиардером будешь и зайдешь мне задоначить, брат, по-братски. Да, мяч в руки возьмешь, закинешь. Я в твою лунку закину сейчас, блядь. Ты чё, блядь, запендриваешься? Побежай, ну кто ли, бедолага, блядь. Я не знаю, я бежал, мне спину забыли. У меня аптек нет. Я не знаю, у них какой-то шайтаны сидят, что ли, поднимают. У бетонки два гечка. Сколько их поднимают? Я подсасываю там, блядь. А можно мне аптечку дать? У меня вопрос, как их так много раз поднимают? О, спасибо. А еще скину. О! На. О, от души. Вот она. Что-то не лута нету, что ли, вообще больше? Лутайся, брат, лутайся. Придурок, ты все залутал, да? Бля, что-нибудь оставь. Эй, сзади, простреливай в попку. Азамбат, на. Попку, Азамбат. Что это? Азамбат? Дай стенку. Стенку дай, брат. Да, я побачу. Спасибо, лучше целую тебя, трахнул, как да тебя. Да, бля, он тупой, блин. Азам, давай, это, раш бетон. Раш.
Энкера Месси. Вон он, Энкера Месси, Месси, Месси. Не летит Месси. Похуй, зато зажал. Тут тоже нет патрона. Че, блядь? Где патроны? Почему тут? Я ну не пойму, почему у меня перестало лететь, блядь? У меня вообще не летит. А, у тебя тоже не летит? Вообще. А чел в курятнике на втором. Это после вчерашнего. Голову дал. Это после вчерашнего отвечаю. У меня тут вообще не летит. Вообще не летит, отвечаю, брат. Да, я настраивал, но... Скорее всего я... 53 дал. Ай, сзади? Сзади. У меня вылетел джойстик. Джойстик вылетел, брат. Нокнул сзади, нокнул сзади. Слушай, вот у меня что ли ты нокнул? А, да-да, убил. Да этот шакал, который все время сзади заходит и убивает. А, да пупсик что ли? Пупсень, блин. Пупсень. Да это бомж, блин. Бля, я-то думал, это только у меня одного не летит. У меня челики двое. Один в курятнике, один в гараже. Иду со мной. Пожалуйста. У меня на втором в курятнике в гараже, но... Патроны. Уходит. На Марс, в сторону Марса убегают у меня. Эту челик, а там что, сзади, ну, бля. Бля, такая сучка, бля, за мной бежал, бля, смотри, да, на него. Голову дал. Бля. Зажал, бля, сучку, бля. Надо было брать. Хорош. Отомстил, брат, за тебя. Можешь поцеловать мои ноги. Прогресс вылетел. Так ложки. Можешь кикнем его тоже сгильдии. Го-го. Вылетают только боты. Вылетают. Давай кто вылетает, а укикаем с гильдии. Так кто вылетает с гильдии, кикаем. Давай. А если я вылечу, получается, я сам себя должен кикнуть? Не, у тебя исключение, ты выключаешь. Это, лидеры отдай, блядь, сам вылетит нахер. А так? А, понял. Я думаю, давай билотуса, мне кажется, надо... Давай билотуса сдадим, и обоссым черноту. Билотуса сдадим, отцу. Можно, отвечаю. Давайте все... Акулак будет, типа, главой, и мы кикнем. Не, давайте все выйдем, все будут до единого выйдем. С черноты создадим белоту и скажем, вот теперь беложопые, а не черножопые. И будем за белых. Как он? Белые попы. Какие сколько проверок бы брали бы, если бы белоту создали бы? А кстати, есть же такие даунлоны, которые создали, и типа они из черноты. Типа из черноты, но белота. Здоров. Я который, бля, в шоке, бля. Я который не в курсе, бля. Ассаламу алейкум, Густар Заминберге, Прогресс Ченел. Сосумбер. Алло. Бля, патрон нету. Бля, где Прогресс? Алло. Алло. Где Прогресс? Алло. Прогресс из гильдии, да, кикаем, а он же не раз. Реально, бля. Меня слышно, алло, меня слышно. Спасибо огромное тебе, реально, поддержка от души тебя. Алло. Да, слышно от тебя, хватит алёкать, бля, идиот, блядь. Короче, у меня деньги за интернет закончились, я заплатил. У меня челики, помогите, пожалуйста, мне! Лучше бы, бля, не платил, бля, ёпперный. У меня склад наверху. Я порву этот склад, я за тебя танцую. Нет. Меня белота убила. Я отвечу за брата. Азам, лучше не иди. Ты сомневаешься во мне? Ты во мне сомневаешься? Нет, я сомневаюсь, просто я забочусь о твоей безопасности. Муса, монетка. Да. Пусть же поднять. К тебе склад идет, Муса, к тебе склад идет. Серьезно? Угу. Со стороны Азама. О, хорош! Мэнни, бу! Со стороны Амзама. Амзама. Прогресс ко мне, лети. Лечу. А, не успеешь. Одно положу. Бля, не успею. Че ты лагаешься? Я. Ну, бля, мое тело можно, оставь, пожалуйста, тварь. Лутай. Можно залутай все? Да. Спасибо. Монетки возьму. Монетки. Бля, у меня вылетел джойстик вылетел.
Да мне похуй на твой желтый, помоги. Эй, гандон, блядь, я уже двоих порвал, блядь. Чё ты, блядь, ноешь? Я в зону иду, я с 4 ногу, блядь. Лоу. Я, брат, ради тебя жопу отдам. Давай, дай мне его. Не, не тебе, конечно же. Я подниму, ура! Так рядом был же магазин, ебень. А я в дях пока. А, точно. У меня 400 монет. Поставь лайк, пожалуйста. Поставил. Что тебе дать? Бля. Вот что ты хочешь? Рассветы и туманы для тебя, кол. Азам, видишь? Ты меня позвал, топ-1? Вы еще не выиграли. Ну, да. Чтоб ты понимал, твое участие вообще похуй, бля. У него один килл есть. У меня один килл есть, чё? А сколько урона? 100? 10. 50. Я в пятку ему дал, он упал. Друзья мои, нам надо затащить, нам надо топ-1 взять, чтобы мне мотоцикл дали. Так, за 5 топ-1 дается мотоцикл. Друзья мои, если вы в игре заберете 5 топ-1, вам дается мотоцикл. Твистер, иди ко мне. А ты будешь с ним кататься? Да. А ты видел этот, как его? А, есть велосипед в Корее, у которого, короче, велосипед, и там, короче, джуджун, не знаю. Да, видел. И такой мотоцикл. Я хочу тебе его подать. А хочешь я тебе такой же, только с этим, если что, он в стенке забагался у меня. А кок, я-то хочу тебе такой подарить, только этот. Я уже забрал. Кто забрал плюс чат? Кто забрал плюс чат? Бабушка. Давай быстрее, короче, это, умирай. Бабушку забрал. Давай умирай, я идиот, я тебя поднять хочу. Я поднял, на, держи. Зачем ты поднял? Зачем ты его поднял, я его поднять хочу. А где последний, блин? Ой, смотри. А патроны покажи. Кто оставит последнего, тому 20 рублей дам. Кричать минуску. Давай я оставлю. Я оставил, я жду. Ты не оставлял. Оставлял, я мог. Видишь, Азам топ-1. Азам, что ты думаешь насчет трансфера Криштиану Роналду в Аль-Наср? Завтра презентация, где буду почувствовать 30 тысяч зрителей, как будет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст, удачи и всем пока-пока.